Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи Алексея Зеленина. Композиция называется «Я попрошу Бога». Музыка исполнения Самуила Фурмовича из цикла «Ожившая поэзия». Я помню о тебе, я имя повторяю в туманной тихой мгле, бессонными ночами я помню о тебе, когда ищу скрижали, когда среди звезд иду в космические дали, я помню о тебе, когда ищу скрижали, когда среди звезд иду космические дали. И пусть мой путь далек, но я дойду до Бога, и будет диалог. Я попрошу немного здоровья, любви тебе и нашим детям, друзьям, моим врагам, всем людям на планете, здоровья и любви тебе и нашим детям, друзьям, врагам, всем людям на планете, чтоб помыслы людей очистились от скверны, чтоб не было вражды вокруг во всей вселенной. И Божья благодать наступит на планете, не станут убивать и грабить наши дети. И Божья благодать наступит на планете, не станут убивать и грабит наши дети. И я тогда уйду, растаю во вселенной. Я Бога попрошу, Он выполнит, наверное. Я тогда уйду, растаю во вселенной. Я Бога попрошу, Он выполнит, наверное. Попрошу, Он выполнит, наверно. Спасибо.
спасибо за внимание. С вами был Самуил Фурмович, музыкальная композиция «Экспромт». Я попрошу у Бога. Стихи Алексей Зеленин, музыка исполнения Самуила Фурмовича из цикла «Ожившая поэзия».